Всем привет! В этом году ровно 10 лет, как пить абсент данному моему видео, авторскому, которое я придумала 1 января, или 2, да, 1 января, 2 января 2012 года я его выложила на YouTube, потому что мне было скучно, или я хотела просто показать, как мне было весело отмечать самый Новый год. Вот, тот год я запомнила надолго, поэтому в этом году мне уже 32 года, и я хочу вам снова показать, как пить абсент 10 лет спустя. Итак, приступаем.